Лишь 4 базы отдыха примут этим летом детей и подростков. Это «Олимпиец» в Камрате, «Чайка» в Кирсове, «Костер» в Кангазе и «Сокол» в Копчаке. Что же касается стоимости путевок и их распределения, принято решение. Предоставить бесплатно 25% от общего количества распределенных путевок в лагерь отдыха и оздоровления детей и подростков. Максимальную стоимость одной путевки в лагеря отдыха и оздоровления детей рассчитывать в зависимости от продолжительности смены, исходя из ориентировочной стоимости одного дня пребывания в лагере – 310 леев. Полная стоимость одной путевки за 10 дней пребывания в лагере будет составлять 3100 леев. Из-за ковида в предыдущие 2 года лагеря отдыха были закрыты. Теперь предстоит кардинальная работа по их восстановлению и благоустройству. Планируется, что в этом сезоне отдохнут и поправят свое здоровье около 1000 детей.